Дорабаларым доғаттар, үте күнінен. Здравствуйте, друзья, добрый день. Беги долганнар ханаларын өретті негабит. Мы продолжаем наши занятия на долганском языке. Бүгін беги ханарсығы апыт, хир бүгітін тұғына. Сегодня мы поговорим о рельефе земли. Хир бүгітін тұғынан ханалары өйдем. Запомните слова о рельефе земли. Кая. Кытыл, кая, кытыл, горный берег, кёль, озеро, кытыл, берег, хырык, ручей, тумус, мыс, ürek, речка, кадярык, проталина, кумак, песок, орок, дорога, хол, след, хопка, сопка, таз, камень, скала, чалбак, лужа, хир, земля, почва, суша, хыр, возвышенность, ты, тундра, эбе, река, чёте, омут, чек-чеке, кочка, онкучак, яма, булус, вечная мерзлота, байгал, море, океан, аны, омаруннар. А сейчас составим предложение. Тетеп, кёль гелимненер. Тетеп, кёль гелимненер. Отец рыбачит на озере. Эбеке хола. Медвежьи следы. Мин хопка урдутюгар итынным. Я залезла на сопку. Кадерыкка гынне. Появилась проталина. Кергеттерим тега олороллор. Родители живут в тундре. Бүгін беги, хир бүгітін тұғынан кәпсетістебит. Сегодня мы поговорили на тему и рельеф земли. Урок бүтті, нячаскан доғаттар. Урок закончился. До свидания, друзья!